به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. Здравствуйте, дорогие читатели, дорогие зрители. Я очень рад, что появилась такая возможность еще раз пообщаться с вами и через видеообращение поговорить с вами. 16 января я выручил свой верительный грамот президенту Российской Федерации. 16 января был особый день для меня, потому что мы дважды встретились, Владимиром Владимировичем Путиным, президент Российской Федерации. Первая встреча была во время вручения верительного грамота. Удалось с президентом поговорить на этой церемонии в течение 5 минут, на которой мы обсуждали наши взаимоотношения и еще какие-то темы по региональными и международными проблемами. И после того тоже в тот день в 4 часа после обеда состоялась встреча доктора Зарифа, министра иностранных дел Ирана, который побывал в России. Мы с президентом встретились. Я думаю, что то, что остается на память из обеих этих встреч, большое намерение, которое чувствуется у России и у Ирана для сотрудничества. Президент Путин на церемонии вручения верительного грамота сказал, что начался новый этап взаимоотношений Ирана и России. И объяснили, что есть большие потенциалы для экономических и политических сотрудничеств между двумя сторонами. Еще на встрече с президентом он подтвердил, что у него получился очень хороший диалог с доктором Хасаном Рохани, новый президент Исламской Республики Иран. И он подтвердил свое намерение расширения наших взаимоотношений. И мне было интересно, что он напомнил свою поездку в Иран, которая состоялась в 2010 году, и его встреча с духовным руководителем Исламской Республики Иран аятуллах Хаменеи, и он сказал, что у него очень хорошее впечатление об этом встрече. Я могу сказать, что наше посольство здесь очень активное, очень большое. Часто приезжают делегации, почти нет недели, в течение которых у нас нет делегации из Ирана. Я обычно сам въезжаю в 7 часов из дома и до 7, до 8 минимум на работе в посольстве. Можно сказать, интенсивная, продуктивная, но одновременно очень насыщенная работа у нас здесь. Мы здесь участвовали на церемонии
Олимпиада персидского языка. Это 10-й олимпиад, на которой участвуют студенты персидского языка, те, которые обучают персидский язык из Москвы, из других городов. И получили призы и награды, те, которые выиграли, можно сказать, это типа олимпиад, конкурс. Из Казани, из Астрахана участвовали. Но персидский язык здесь как любимый язык, его изучают многие студенты, обучают персидский язык в Москве, в разных вузах, обучают его в Питере, в Астрахане, в Казани, в Дагестане. Я надеюсь, что мы можем ответить на все вот желания вот, и потребности, которые есть, начинать обучение персидский язык в разных регионах России. Я могу, к сожалению, сказать, даже раньше, 10 лет назад, и действовали кафедра персидского языка в Башкирии, на Северной Осетии, в Новосибирске. Мы обязаны поддержать кафедры, которые действуют, и возобновлять вот, и возрождать те кафедры, которые действовали раньше, потому что персидский язык – это язык Амарахайяма, персидский язык это язык Хафеза и Саади, язык Фердоуси. Я как раз начал с стихотворения Фердоуси. «Бенаме Худаванде Джан Афарин, Хакиме Сухан Дар Забан Афарин». Это как во имя Бога, но на персидском языке. Я хочу еще добавить, уже несколько дней действует мой блог. У нас получились общения с читателями, с уважаемыми читателями. Может быть, я не успел ответить на все вопросы пока, но это будет обязательно. И потому что многие вопросы были по Ирану, по экономике Ирана, по культуре Ирана, по политике в Иране. Я все вопросы получил, все тексты читал, постепенно буду на них ответить. Еще скоро будет 35-е годовщина Исламской Республики Иран, 12 февраля будет день революции, у нас национальный день, который справим каждый год. Я буду готовиться к другой видеообращению, и как раз в это время, к дне революции, я буду и про революцию говорить, про политики в Иране говорить, и про экономики Ирана, в общем, про ситуации в нынешнем Иране говорить, в современном Иране говорить. Но и постараюсь больше времени выделить на блог, больше по прямой общаться с вами и ответить на вопросы. Но это я, как в прошлый раз сказал, диалог. Я не читаю, что только я говорю, и вы слушаете и читаете. Действительно, я отмечаю и буду отметить все ваши мнения и все вопросы, которые задают, и все предложения, которые вы поставьте, и все предложения, которые предлагаете. Как я вам сказал, я пока обсуждаю этот вопрос, к чему больше обратить внимание во своем блоге. С одной стороны, есть читатели, которые им интересно, их больше интересует
про экономики Ирана, про просто тексты про современного Ирана, и их интересуют фотографии из современного Ирана. Я могу сказать, более журналистские и более интернетные темы их интересуют. С другой стороны, есть читатели, есть участники, вот можно сказать, которые их больше интересуют более научный подход, более аналитический подход. Их интересуют анализы о политике в Иране, о позиции Ирана по региональным вопросам, о позиции Ирана по международным отношениям. Но я пока обсуждаю, мы посмотрим в течение нескольких недель, в течение месяца, потом выбираем. Спасибо, до новых встреч.